Так. Перевернули. Сейчас я. Так, есть. Ура! Все? Все, открыли. Первое в Подмосковье. В городе Одинцово на базе многопрофильного стационара открылось отделение детской гематологии. Здесь уже начали принимать первых пациентов. У нас появилось новое отделение, которым мы занимались год с нашими врачами, фанатами своего дела. Здесь, на улице Любы Новоселовой, в нашей детской больнице мы открыли для людей от 0 до 18, для детей, для молодежи, тинейджеров, гематологическое отделение, где мы будем помогать всем тем, кто имеет какие-то проблемы или заболевания крови. Новые палаты, специально оборудованные кровати, три койко-места для интенсивной терапии и переливания крови. Ее анализ для таких больных самый главный. Лаборатория по забору и исследованию свертывающей системы крови оборудована уникальными аппаратами. Позволяет это обследование не только выявить патологию, но и мониторировать терапию, подбирать наиболее приемлемые для пациентов схемы лечения, что позволяет добиться высокого качества жизни пациентов. Поэтому без этой лаборатории, которая должна функционировать непосредственно у кровати пациента, поставить на надлежащий уровень лечения этих пациентов было бы невозможно. За здоровьем маленьких пациентов будут следить три врача-гематолога высшей квалификации. Отделение рассчитано на 30 человек. Здесь могут проходить качественное лечение пациенты со всей области. А их немало, говорит глава округа. Таких только в нашем округе уже около 200 людей в этой возрастной категории, которые требуют и постоянного контроля, и лечения, и соответствующей диагностики для того, чтобы не запустить болезнь и потом не получить какую-то инвалидность, в том числе, ну и, безусловно, продлить свою жизнь и повысить качество жизни. Гематологическое отделение было необходимо области как воздух, говорит главный врач. Ведь чем точнее поставлен диагноз и быстрее начато лечение, тем короче путь к выздоровлению. Полина Бахова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцово».